японский гелик. О, подсветка даже старая осталась, как будто мы сидим в машине японской 1998 года. Типа того же джипа американского, только в уменьшенном варианте. А стоит-то, извините, тоже 1 600 000 в максималке. Первая, вторая, третья, четвертая. Задний ход сделан вот здесь. Первая здесь, задний здесь. То есть вы же понимаете, что при раскачке машины в грязи вам придется вот это вот. Первая назад не попал. Первая, блядь, не попал. Первая не попал. Ребята, это же невозможно. Сделайте первую заднюю рядом, чтобы мы раз-раз туда-сюда машину. А так получается, вам придется ее вот так вот. О, господи. То есть на раскачку где-то в грязи, это будет одно мучение. Задняя, передняя, первая, задняя, это жесть. Кнопочки интересные. Кнопочки интересные, это прогресс. Сузуки дошли до такого, да, вот смотрите, какие кнопочки, да. Другие производители уже давно закончились эти кнопочки выпускать, а Сузуки только начали. Руль заблокирован. Но что-то, какие-то симптомы там от какого-то Hyundai, Solaris, что-то такое, то есть... Какие-то намеки на что-то современное, но, к сожалению, смотря сюда, ты понимаешь, что нет, ребята, старые, добрые, 95-98 год остался. Ну, 2005 вот. Не, реально какая-то фигня. Это закос под джип, да? Типа у них-то болты здесь вкручены. Какая-то резиновая шляпа. Ну, шайба какая-то, и там он тоже. Это же вот вообще ржипа все сдету. Ну, это же просто какая-то... Здесь вообще пластмасса, здесь резинка, здесь пластмасса. Назад даже нет смысла пробовать залазить. Это из разряда нужна худенькая маленькая гимнастка, мастер спорта. Пусть вот залазит. Нет. Вот такой вариант. Ох ты, ничего. Какие хода подвески, смотрите. Просто практически одним пальцем. Смотрите, что происходит. Ух! То есть, не дай бог его где-то в занос пустить там. Скорость при превысить, его же просто, ну, его перевернет на дороге. То есть подвеска очень мягкая, крайне мягкая, внедорожная. Подсказать, что хотите подсказать? Рассматриваете джип? Нет, смотрим, не рассматриваем. Менеджер хотел продать джимни, не получилось. Плюс ребят привезли новое поколение, компания Suzuki, младшее подразделение компании Subaru, однако машина стоит 1 600 000 рублей на механике, а тест-драйв и взять не можете. А нет тест-драйва нигде, ни у кого, ни в одном салоне. Взять новый джимни и по нему покататься, посмотреть, как он едет, как он рулится, как он тормозит. А нельзя. А зачем? Это же сюрприз. Купил коробочку и вот покатался и узнал, что как оно. Ну так вот. Нет тест-драйва. А зачем о клиентах-то думать? Супер подход. Так и надо поступать. Еще бы Mercedes так продавали, берешь там версия Maybach S-класса, тебе говорят, нет из драйва. Берите, езжайте, все, покататься нельзя.